Всем привет, с вами видео Хайпа. Сегодня у нас тест-драйв вот такого замечательного нового Mitsubishi Outlander. Вот, и дифференциал я хочу. Вот. И как видите, он полностью подготовленный, вообще полностью подготовленный к здоровью. Сегодня у нас будет тест-драйв. У меня просто старт, вы видите. Сейчас Какой-то тест-драйв. Надо вообще ехать спасать, короче. Вот.
слишком легко походу, и не могу вывести. Но так вообще лучше идеально вывести. Типа я нормально получил. Я видите, вот это красный, это будет сумас. Это реально низко. Честно. Это очень тяжело. В смысле, как бы низко? Может, просто очень тяжело. Потому что там для него... Ну, вообще, в общем, машина хорошая. Вот здесь минусы, как в Android дисплее. Всем пока, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Всем пока.